Шеф-повар Максим Григорьев. Давленый молодой картофель, запеченный в духовке. Запеченная румяная картошечка – это блюдо, которое всегда актуально. Им можно вкусно накормить своих родных, а можно приготовить для праздничного стола. Количество картофеля произвольное, все зависит от того, сколько вы решите приготовить. Выбор трав также остается за вами. Я использовала итальянские, но подойдут прованские или смесь трав по отдельности. Картошка готовится быстро и нехлопотно. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Картофель молодой 15 штук. Масло подсолнечное рафинированное 4 столовые ложки. Смесь итальянских трав 1 столовая ложка. Соль 1 чайная ложка. Чеснок 4 зубчика. Шаг 1. Для запекания нам понадобится молодой картофель, подсолнечное масло, соль, смесь итальянских трав и чеснок. Шаг 2. Картофель тщательно вымыть, сложить в кастрюлю и залить холодной водой. Варить картофель до готовности, главное, не переварить. В конце посолить. Шаг 3. Чеснок почистить и нарезать пластинками. Шаг 4. С картофеля слить воду и обсушить. Застелить противень пергаментом и выложить картофель на небольшом расстоянии друг от друга. Полить немного маслом. Шаг 5. Донышком стакана придавить каждую картофелину, чтоб треснуло. Посыпать травами и еще немного сбрызнуть маслом. Шаг 6. Сверху, на каждую картофелину, выложить по пластинке чеснока. Шаг 7. Духовку разогреть до 220 и запекать картошку 20-25 минут, пока она хорошо зарумянится. Подавать картошку со свежими овощами или салатом. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.